Купаться разрешается. Спасатели республики проверяют места купания на безопасность. На этот раз обследовали дно одного из прудов в Чебоксарском районе республики. Прием, слышишь меня? Принято. Слышите? Хорошо, иди направо. Водолазный костюм, страховка, баллон с кислородом и рация. Так выглядит спасатель перед проверкой территории. Мы производим обследование дна водоема на посторонние предметы, на мусор строительный. В этом году находили даже лом с торчащей земли. В основном пластиковые бутылки, склянки, различные банки. Пологий берег без резких выступов и спусков, глубина не более 2 метров, чистое дно. Это идеальное место для купания. Вердикт спасателей – пляж Лагуна М соответствует требованиям. Целью нашего обследования составляет снижение травматизма и исключение несчастных случаев тем самым. Обследование участка там, где предполагается купание, его очистка от колющих и режущих предметов, представляющих опасность для купающихся. Ну, вот снижение этого мусора в воде и приводит к снижению травматизма. Особенно для детей, потому что это все находится на мелководье. Спасатели выезжают на обследование по просьбам районов республики. Чебоксарский муниципалитет подал 13 заявок. Всего же в Чувашии спасатели обследовали 131 пляж. В прошлом году их было в 2 раза меньше. Купальный сезон начался с июня месяца. Мы в этом году активно начали работать по подготовке места для купания. Особенно хочется мне отметить хорошую работу Маргаушский район, Ибресинский район, Вурнарский район, Яльчикский район, Шамушинский район. В этих Канарский район, вот у нас даже у них пример можно поставить. Они организовали самое лучшее место для купания. Спасатели планируют выезжать на такие обследования до конца купального сезона. Направо.